В Кангаласком Улусе чествовали ветеранов кино. Люди за кадром. Именно так называют киномехаников, которые обеспечивают качественный показ фильмов. В советское время в районе киноустановки и обслуживающие их механики были почти в каждом наследии, и население по пятницам, субботам и воскресеньям собиралось в сельском клубе, чтобы посмотреть киноновинки. Ветераны рассказывают, в те времена кинопленки были рассчитаны на 10 минут каждая. Их надо было периодически заменять на следующую. В итоге полуторачасовой фильм могли смотреть в два раза дольше. Я помню в детстве, в те времена у нас вот именно кинематография, показ кино очень было сильно развито в нашем наследии. И вот все жители вот наследия ходили именно по вечерам в кино, вот как бы свой досуг проводили в клубе. Нам места не хватало вот в креслах, да, там клуб вмещал около 300 человек, и то вот посадочных мест. И вот помимо этого по бокам стояли, дети лежали вот перед экраном на полу, некоторые даже вот позади экрана там на сцене стояли, сидели, смотрели, вот очень много народу ходило.